What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental. Всем привет! Вы на моем канале Бегак ТВ. И сегодня, я думаю, будет интересно. Мы наконец-таки собрали Тритон. Пришли запчасти, теперь он поехал. Скоро еще поплывет. Мы строим водомет. Я потом вам расскажу и покажу, как это делается. Но сегодня новый день, новые возможности. И поэтому мы двигаемся прямо по нашему маршруту жизни. И, конечно же, не забываем делать челлендж. Я, как авиаконструктор и дизайнер, разработал самолет EVA Plus, который мы назвали именем собственным Макс 15 в честь Международного авиационно-космического салона в Жуковском, который будет проходить с 20 по 25 августа. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и обязательно будет интересно. Вы сможете выиграть призы и покататься на бегалете, и прийти на авиасалон. И что, полетели? Вперед! А мы поехали! Он сказал поехали и махнул рукой. Вот эта техника с высоты птичьего полета, вот так он едет. Правда, у нас сзади амортизаторы очень жесткие пока что, и поэтому он едет очень-очень потихоньку, но на самом деле работает плохо колес. У нас проходит тестирование вездехода. К сожалению, оборудование все-таки нужно и менять. Сейчас будем думать, как. Я говорил, что контроллеры, которые предоставила компания Adapt, они не работают, мы их покупали задорого. Вот, но нам обещали как бы дать другие, но пока не дали, может быть, они улучшились. Но теперь придется, наверное, переходить все-таки на китайский. Поэтому работы еще много предстоит. Нам предстоит поставить электроводомет и одиночки все-таки. Электроводомет поставить предстоит и, конечно же, настроить нормально, чтобы работали стабильно колеса. На таком дерьме ездить, извиняюсь за выражение, нельзя. Но я надеюсь, что компания это исправится и будет выпускать хорошую технику. Ну, посмотрим. Будем постоянно тестировать и по-честному говорить, что и как происходит. А так, мне нравится все. Погода отличная. Посмотрите, какая природа у нас тут. Вот у нас блогер тут. Блогер. Он приблудился, мы его не знаем на самом деле. Он тут просто шляется вот так. Ходит туда-сюда. Мы его подкармливаем. Мы его подкармливаем, понимаете, ему есть нечего, он живет в будке вместе с собаками. Но мы туда даем ему вкусняшек всяких там, отходов наших. Ему нравится. Да, блогер? Конечно. Не забудьте подписаться. Ехали. Вот это наш аэродром. Вот тут у нас наши пилоты. Пилот, скажи, как едет? Едет мягко, как в Майбахе. Ну что, тихо я слышу. Да, тихо, мягко. И шумно. Только что я сказал, что плохо едет. Это кому как, вам плохо. Ну как, нравится, блядь? Это знаешь, это похоже на Волгу. По жесткости или по шуму? По бездорожью. Меня в Волге кидают. Серый, не едь быстрее, а то я упаду. Ай, подожди, притормозь, не так быстро. Я чуть не упал. Короче, я сажусь в машину лучше. Спусти меня на пилотское, я оттуда лучше сяду. Да, я сожгу, я буду сжигать. Это моя задача. Моя задача испытание, поэтому пускай сгорает. Едем туда и нарезаем круги, пока не сядет. Узнаем сейчас, сколько он проедет. Он не знает, что я снимаю влоги, поэтому он все время ворчит. Да, ворчун? Да, я старый дед. Он старый пердун. А, не я рулю, он рулит. У меня автопилот, робот-автопилот. Вернер. О, сейчас мы с ним стоп. Скажи, здрасте.
Всем привет, мы на Марсе под нашим куполом. Видите, какое небо чистое, потому что здесь накрыт куполом энергетическим. Все как дома сделано, даже аэродром вот у нас как дома построена такая штука. Везде визуализация, 3D объекты ходят, вот они, это 3D. А автопилот у меня вот замечательный, Вернер, железяка Вернер, да? Да. Ой, кроты. Блядь, дяка. Маршрут перестроен через кротовые норы. Вернер, можешь мне порулить, а то отключу нахрен. Ладно, а так у нас все нормально на Марсе, все хорошо. Вот скоро уже урожай будет овощной. До связи. Они дома. Ну что, Сергей, как ощущения от испытаний? Ощущения классные, едет хорошо, но нужно настраивать дальше. Контроллеры не подходят, очень сильно греются и нужно калибровать. Ну давай калибровать. Даже в Майбахе такого нет. Вот так. Да. Даже в Майбахе такого нет. Вау. Дверь закрывается плавно, почти как в Майбахе. Та-дам! Ну, по самолету тоже все готово. Вот как бы компенсаторы газогидравлические стоят. А колесо стоит. Вот так он выглядит теперь. Все замечательно. Работы сегодня сделано много. Я успел покосить даже лужайку перед домом. Покатались на Тритоне, поняли, что пипец. Договорились с компанией-производящей все-таки, вот, которая нам поставляла контроллеры, что они нам помогут решить этот вопрос. И таким образом у нас все должно получиться. Поэтому завтра я постараюсь сделать качественный, хороший влог. А сегодня все. Я пошел дальше работать, а вы смотрите другие ролики. Все, не забудьте подписаться, поставить вот такой лайк. Завтра будет интересней. Пока. Ставьте лайк, ставьте лайк.